Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Шукова. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с полезным видео. Особенно видео будет полезно для мам школьников, потому что речь сегодня пойдет о школьных рюкзачках. Значит, я сделала заказ в интернет-магазине, который называется Grizzly. В этом магазине огромный ассортимент школьных рюкзаков, женских, мужских рюкзаков, и также есть женские и мужские сумочки. Я заказала сумку, заказала рюкзак. Все это сегодня вам видео покажу. Давайте несколько слов скажу об интернет-магазине, вообще о бренде Grizzly. Это яркий российский бренд рюкзаков и сумок, основанный еще в 1996 году. Друзья, зайдите абсолютно в любую школу. Я думаю, что даже в каждом классе обязательно встретите рюкзак этого бренда. У Grizzly есть собственные фабрики, они расположены в Воронежской и Тульской области, поэтому качество их изделий безупречное. Я для своей племянницы, которая в этом году идет в первый класс, заказала вот такой вот рюкзачок. Давайте рассмотрим его поближе. Рюкзак был упакован вот в такой вот прозрачный пакет. Значит, рюкзак достаточно большой, он предназначен для начальных и средних классов. У рюкзака есть анатомическая спинка и очень удобные лямки, которые позволяют равномерно распределять нагрузку на спину и плечи. Значит, также есть вот такая вот дополнительная стяжка. Когда зимой ребенок одевает пышную зимнюю одежду, то благодаря этой стяжке рюкзак будет прочно держаться на одежде. И особенно, друзья, хочу отметить качество пошива. Оно просто на высоте. Я заострила свое внимание на мелочах, и вы знаете, здесь абсолютно не к чему придраться. Смотрите, как аккуратно пришита пуговица. Дальше вот здесь есть такая плотная тесьма. Так вот, она строго симметрична, все строчки ровные, вся ткань везде прихвачена. Не было на рюкзаке ни единой торчащей ниточки. Даже вот здесь, вот боковые кармашки, хорошая качественная резинка. Вот эта вот сеточка, она очень прочная, то есть она уже через неделю у вас не порвется. То есть это же дети, они будут толкать сюда бутылочку с водой. И если бы, вот, допустим, эта резинка была более мягкая, то, конечно, уже, наверное, через месяц точно эта сетка бы порвалась. Здесь, мне кажется, все прослужит достаточно долго. Смотрим дальше. Вот эти места тоже все аккуратно прошито. Очень прочная, качественная здесь фурнитура. Замки вообще шикарно расстегиваются, застегиваются без каких-либо усилий. Ткань с грязи и с водоотталкивающей пропиткой. Ухаживать за рюкзаком тоже несложно. Значит, его нужно протирать и чистить влажной тряпочкой с каким-нибудь средством. Я чаще всего использую какое-нибудь хозяйственное мыло. Теперь давайте заглянем внутрь рюкзака, он очень вместительный. Я вам сейчас показываю самое большое отделение. Здесь легко войдут альбомы, большие учебники, книжки. Значит, сюда можно положить планшет, ноутбук, и есть еще один кармашек под замочек. То есть сюда можно положить какие-то ценности, либо какие-то салфетки, носовые платочки и так далее. И также здесь есть еще вот такая вот яркая наклейка. Средний отдел, здесь легко помещается формат А4, я думаю, что этот отдел для тетрадей. И, друзья, хочу обратить ваше внимание, смотрите, какой красивый, насыщенный розовый оттенок. Я думаю, что девчонки будут просто в восторге от такого цвета. И последний, передний отдел, внутри есть кармашек на замочек, вот с такой вот сеточкой. Сеточка, я вам уже говорила, очень прочная. Значит, есть два отдела, один под телефон и один, может быть, под какие-то документы. И есть вот такое вот приспособление под ключи. Смотрите тоже, как все продумано, очень классно. И есть еще вот такой вот глубокий отдел. Это отдел под альбомы, либо под какие-то бумаги. В общем, места в рюкзаке достаточно. Друзья, говорю вам абсолютно честно, рюкзак мне очень понравился. Особенно понравилось его качество. Поэтому, если вы ищете для своего ребенка что-то красивое, современное, качественное, бюджетное, то рекомендую обратить внимание на рюкзаки Grizzly. Значит, ссылочку на магазин я оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите, приобретайте. Рюкзачки очень достойные. Для себя я выбрала вот такую вот поясную сумку, очень симпатичную, удобную, тоже давайте посмотрим ее поближе. Сумочка ко мне пришла вот в таком вот мешочке с логотипом, еще она дополнительно была упакована вот в такой вот мешочек. В первую очередь хочу отметить ее размер, но по крайней мере мне размер показался просто идеальным, он не большой, не маленький, а вот именно такой, какой нужно, чтобы в сумочку поместилось все самое необходимое, и чтобы эта сумочка красиво и симпатично смотрелась на поясе. Значит, сумка из эко-кожи, кожа плотная, но в то же время она мягкая, очень приятно к ней прикасаться, то есть она не жесткая, никаких заломов, ничего подобного с ней не случится. Мне понравилась фурнитура симпатичная, стильная. То есть нигде ничего не дешевит.
То есть сумочка смотрится очень даже достойно. Смотрите, как хорошо, легко открываются замочки, несмотря на то, что они металлические. Дальше из декора здесь есть вот такая вот металлическая цепочка. И вот такой вот очень удобный пояс. Он легко закрывается, я уже проверила. То есть вот такой вот здесь зажим. Теперь, друзья, показываю вам, как качественно сшита сумка. Вообще ни к чему не придраться. Смотрите, как все красиво внутри. Очень качественный подклад. Значит, здесь есть вот такая вот эмблемка. Очень симпатичная. Значит, еще один отдел, который тоже закрывается под замочек. Сумка идеально подойдет для молодых мам, для молодежи. Я показала эту сумку своей маме, она сказала, что она ей жизненно необходима. С этой сумкой она будет ездить на дачу, что это супер идея, супер удобно. Поэтому ссылочку на эту сумку я оставлю в инфобоксе. Если вам тоже понравилось, проходите, смотрите, совершайте полезные и нужные покупки. Вообще эта сумка была в двух оттенках. Я выбрала серебристый, чтобы она подходила и под светлую, и под темную одежду. Есть она еще в черном цвете. Вообще в магазине огромный ассортимент, значит, рюкзаков, школьных ранцев, сумок. Поэтому обязательно заглядывайте, вся полезная информация будет под видео. На этом у меня сегодня все, друзья. Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пишите свои комментарии, дополняйте меня. Если вы тоже совершали покупки в этом магазине, делитесь своим опытом, будет очень полезно. С вами была Марина Жукова, скоро увидимся, всем пока!